Следующий законопроект сегодня в первом чтении рассмотрит Государственная Дума, а ранее документ получил поддержку профильного комитета Нижней палаты парламента. Блять! Ученые следили за 79 парами молодоженов в течение 14 лет и выяснили, что большинство пар остались из-за... Давай крути педали,
Там же у них обои стоят с этими разными зверюшками уже. Увлекались часов, да.
до 4 ночи, блядь. Слышь! Ох, блядь!